Дорогие товарищи, мы очень рады, что сегодня у нас в гостях известный поэт, лауреат Международной премии мира Назым Хикмет. Здравствуйте. Товарищи, у меня сегодня очень радостный день. Я утром смотрел спектакль, который писал пьесу я и мой друг Виктор Комиссержевский. Поставили его театр Моссовет. Сегодня был генеральный репетиции. Завадский и весь коллектив замечательный спектакль сделали, по-моему. Скоро он выйдет. Очень хочу, чтобы дорогие зрители телевидения поехали посмотреть этот спектакль. Это раз. Агитация за мой спектакль. Второе, то, что я хотел. Вот рядом со мной сидит поэт Муза Павлова. Она мне переводит даже лучше меня. К сожалению, я по-русски не могу читать стихи. Буду попросить ее, чтобы вам читал 3 стихи. Короткие они будут, не беспокойтесь. Московское лето. Я снял с себя идею смерти, надел на себя июньские листья бульваров. Майские листья, пожалуй, для меня были слишком уж молоды. Меня ждет целое лето, московское лето, со своим раскаленным асфальтом и камнем, со своей водой газированной и мороженым, со своими потными кинозалами и громкоголосыми актерами-провинциалами, со своими такси, исчезающими в дни большого футбола, и деревьями Эрмитажа, которые от электрических лампочек кажутся нам бумажными, со стихами, которые буду читать на балконе, и с подрезанными чуть короче волосами твоими цвета соломы. Я снял с себя идею смерти, надел на себя июньские листья бульваров. Второе стихотворение детям. Дадим шар земной детям, дадим хоть на день, дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют. Пусть играют и песни поют среди звезд. Дадим шар земной детям, дадим, как громадное яблоко, как теплый круг каравая. Пусть едят они досыта хоть день. Дадим шар земной детям, пусть хоть день шар земной узнает, какое бывает доверие. Из рук наших дети возьмут шар земной, посадят бессмертные деревья.